Но было бы лучше, если бы вы мне ссылки покидали на какие-то вещи, которые можно было бы подарить, вы подарить, купить братишкину. Ну, можно сказать, что подарить, потому что я за это буду платить. Вот этими баллами, которые вы накликали. Почти 6 тысяч, кстати. Электроника, бытовая техника, компьютеры, детям, ремонт, дом, продукты, здоровье, красота. А в красоте у нас что? Может, ему это, прокладки ежедневные, не? Мужчинам. Так, что-то страшно вообще переходить в такие вкладки. Мало ли там что-то будет оголенное. Хотя, это же Яндекс.Маркет, вряд ли тут что-то такое будет. Я думаю, они все цензурят и... О, все для свадьбы, а ну-ка. Это все для свадьбы? О, Барби. О, я, кажется, знаю, что можно ему купить. Он очень много, очень долго планировал поиграть в Барби. Именно игра какая-то там Барби. Вот. Но по итогу он что-то так не сделал. Я считаю, что мы должны ему что-то из этого подарить. Связанное с Барби. Связанное с Барби. А, подожди, это косметика, что ли? Чего нахуй? Детская косметика? Не-не-не, мне нужна игрушка. Зачем ему косметика-то детская? Как, подожди, в смысле косметика для детей? Что? А что значит декоративная косметика? Я вот этого не понимаю. Рюкзак. А сколько он... Нет, в продаже, вы, блядь, хоть смотрите, что вы выбираете-то. А, ну тут вот Майнкрафт есть, Бравл Старс. А есть тот, который в наличии. 950 рублей, школьный рюкзак. Так, ну у нас опять же тема учебного года, не стоит забывать. Учебного года. Соответственно, мы братишкина отправляем учиться. О, ничего себе! Тут рюкзак, тут Бравл Старс совместно с Among Us. Блин, он стоит 1300 рублей, у нас не так много денег, прошу заметить. Ну что, добавляем в корзину или нет? Рюкзак прикольно выглядит, я считаю. Но 1300 рублей! Зато мне за это 68 баллов дадут Яндекс Плюс. А мне как раз надо, у меня в данный момент 2500 баллов, кстати. Да-да, можно будет вызвать Яндекс Такси. Бизнес-класс причем. За бесплатно. Оплачу баллами. Да, ебать, тут ссылочка прилетела. Сокращать ссылки, пожалуйста. Что? Что? Это закладка для учебника, я так понимаю, да? Шуга. BTS. А тут, смотрите, тут есть другие. Чимин. Не, давайте Чимина лучше тогда. Не, надо Чимина брать. Надо Чимина брать. Ля какой. Тут набор закладок, слышите? Еда богов, I love pizza, кофе. Это ваше? Господи, не, ну вот это уже извини меня, блядь. Что это вообще за кринж? Так, ладно. Добавь в корзину. Продолжить покупки. BTS закладка. Продолжить покупки. Чё это такое? Рюкзак детский. За 300 рублей? Еще и со скидкой в 15%. Бля, ну это не так кринжово выглядит. А это слишком банально. Может, реально тогда пони ему купить за 300 рублей. Таких рюкзаков можно 5 штук тогда приобрести. Чё это за слюнявчик? Сука. Так уж и быть, добавлю в корзину слюнявчика. Ему это точно надо. Когда он начинает брызжать своей слюней, короче говоря, там опять конфликты, вот это все, да? Кричать и орать. Мне кажется, ему этот момент надо слюнявчика натягивать, чтобы слюни у него, когда он орёт, чтобы они падали сюда вот. Ой, бля, прикольно, конечно. Так, окей, слюнявчик, а это что мне тут кинули? Сколько? Да у нас денег не хватит. Ты, алло, на цену смотрите, прежде чем что-то кидать. У нас, господи, горшки детские. Детское сиденье для унитаза. Блин, что-то страшно смотреть, так я бегу. О! Так, давайте, хорошо. Я ему возьму сейчас горшок за 500 рублей какой-нибудь, ну, в районе этой суммы. За 195 гол? Так это сиденье для унитаза. Вообще было бы прикольно вот этот вот унитаз подарить. Тема школы. Так это и есть тема школы. Ну, типа, блин. Перед тем, как в школу пойти, надо же пописать. Разве нет? В туалет сходить. Соответственно, это важно. Ты же не пойдешь в школу? Ну, как бы, ну. Да, важно.
Тема школы долбоёб. Я тебе еще раз говорю, перед тем, как в школу идти, надо в туалет сходить. Соответственно, вот, слюнявщик то же самое. Особенно, когда на уроке молодец сидишь. Ну, мало ли, слюни будут бежать. Так, ну это, конечно, нафиг надо. Рюкзак. Мы пока... Давайте я этот на всякий случай добавлю. Если что, мы его уберем из корзины. Так, маска анонимуса белая. А что с глазами-то, я не понимаю. Это слишком крутая маска, блин. Еще и 135 рублей всего лишь стоит. Не надо. Ого, она дешевая. Ну, каждый уважаемый себя школьник использует маску анонимуса. Поэтому я все-таки добавлю ее в корзину. И что это за говно? Часы наручные, музыкальные, тачки. Ну, вообще, да. Я считаю, что это важно. Потому что в школе нужно следить за временем. Чтобы не опаздывать на уроки. Поэтому это мы тоже возьмем. К чалу. Я не знаю, какие там эффекты, какая там музыка играет, но возьмем, так уж и быть. Вот. Нам надо что-то из одежды, да? Ну, в чем он пойдет в школу? Нам надо, чтобы. А, нам надо что-то из обуви, чтобы он переобулся. Это важно, ребят. Потому что Вова, как мы знаем, любит переобуваться, поэтому давайте ему что-нибудь из обуви возьмем. Вот. Оу. И юбка, значит, Катоми Самбала. Ну ничего себе. Ничего. Ух ты, бля, нихуя. Так. 700 рублей за юбку. Не, а есть какая-нибудь другая, ну, с каким-то дизайном, не знаю, юбка. Бравл Старс или что-то такое. Она слишком обычная, просто юбка. Еще и. Ну, достаточно дорогая, учитывая наш бюджет небольшой. Мы люди-то не богаты, у нас в кармане всего лишь 5800 рублей. А то вы не накликали, блин, на 10 тысяч. Еб твою ты, сука. Ты че, ты дурак, что ли, блядь? Полтора косаря, блядь. Да хватит хуйню кидать. Залупа. Я соска, пустышка, латексная, классическая, с кольцом, я самая модная. Ребят, тема школа, а не детского сада, прошу заметить. Учебного года. Такая же запрещена вроде. Бля, ну... Прикольная тема, но стоит 900 рублей только. Тетрадь, дневник смерти, блин. Не, ну я добавлю в корзину, может мы накликаем сейчас немножечко там еще. До 6000, может быть реально хватит. Такой курс еду надо покупать. Снова в школу, набор канцелярских товаров для девочек. Что это такое? Что? Блять, что? Что это за хрень вообще, какие-то собачки там непонятные? Енотик. А это что такое вообще? Что это? Я вижу карандаши, а все остальное... А, резинки вроде. А остальное я вообще не понимаю, что это такое. Ой, блядь. Ну, это подходит под тему школы, да? Это такая образовательная штука. Развитие, там, моторика, память, внимательность, там, вся фигня, да, то есть, в принципе, для 2-3 класса пойдет. На всякий случай добавлю в корзину. Вот. Ну, учитывая, как думает Вова порой, как он размышляет, это как раз для него. Ух ты ж, блять. Не, ребят, ну дорого, дорого. О! Господи. Не, такие там, такие вещи нам не нужны, вы что? Ой, бля. Для переобувочки, ну-ка. Тапочки. Я не знаю, вот, я не знаю, вот, порой думаешь, сидишь и думаешь, блядь, ну, 10 раз повторил, говорю, дорогие, не кидайте. Ну, безмозглые люди порой бывают какие-то, я не знаю, ну, реально. Бравл Старс, портфель за 600 рублей, кстати. Но этот хуже выглядит, нежели чем... Какой у нас был? Вот этот. Вот прям сочные цвета такие классные, прям я не знаю. Еще и Among Us, понимаете? Ну ладно, на всякий случай давайте добавим. Если что, просто удалим потом из корзины и все. Мы пока будем добавлять так, а там уже потом будем выбирать. Подождите, я юбку на всякий случай добавлю. Вряд ли, конечно, я буду приобретать, потому что она выглядит слишком скучно. Набор для выращивания дерева. Хуйня. Ребят, вы какие-то слишком серьезные. Ух ты ж, ё-моё.
122 рубля, игрушечный пистолет, 555 самых смешных и веселых анекдотов, прикольных и ржачных историй. Асу-асу! Ну, в целом, в школе это было бы достаточно полезно, я считаю, да? Ты приходишь в школу, да, и как бы все такие скучные, унылые, у всех настроения нет, ты бац, открываешь этот учебник, эту книжку точнее, и зачитываешь пару ржачных историй, поэтому давайте же мы добавим это тоже. Так, канцелярский набор. У меня тут подарочек для тебя. Чё, блядь? Шо это такое? Какой там еще подарочек? Что-то мне страшно смотреть на это. Ну, 120 рублей, ладно, можно добавить. Не так уж и много. Ебать. Вы шо, ебанутые такие вещи кидать? Так, рюкзак Амогус. Ага. Набор влюбленных, 3 предмета. Плетка, наручники, повязка. Да. Учебный год, ребята, это определенно очень нужно. Это очень важно. Каждый школьник ходит в этом в школу. Это половое воспитание. Ребят, у нас в России это пока что не актуально. Какое нахрен половое воспитание? И часто ли у вас в школе проходит половое воспитание на уроках? Часто ли вам учителя рассказывают, что и как вообще работает, как нужно делать? По-моему, нет. Когда я в школе учился, например, за все 11 лет, мне ни разу в школе ничего не говорили, что-то связанное с этим, ну вы понимаете. Как сейчас, я не знаю, может быть сейчас по-другому, кстати, все, я хз. Так, это нам не нужно. Это нам тоже не нужно. Мужские тапочки, никогда не сдаюсь. 100 рублей, кстати, давайте купим. Давайте, давайте. Чем больше обуви, тем лучше, это же для Вовы только, ну. Toyota. В плюс будет. Он как раз прям на стриме переобуется несколько раз. Мешок для смены обуви. Для смены обуви, значит, да? Ладно, добавлю на всякий случай. Потому что у нас будет несколько, скажем так, тапочек. Унитаз с бачком. Напольный. Нет в продаже. А юбка за 380 рублей. Для девочек. Ну, давайте. А подождите, блядь, я дурак. Размер. Неважно. Подождите, ну тут, видите, тут как бы размеры такие, что... 146. А что это за размер такой? Это типа рост? Рост. А какой рост у Вовы? Я не помню. У него что-то там 160 с чем-то, по-моему. Он такой мелкий, типа. Бля, сложно. Не, ну это не подойдет, ребят, слишком мелкий. Набор горничный, 800 рублей. Но как это связать с учебным годом, извините меня? Ну как? Ну, набор... Причем тут горничная и школа? Добавь. Не, а как это вот как объяснить? Ну, типа, для уборщицы, блядь. А, серьезно, что ли? Не, ну я... Окей, я на всякий случай добавлю, там уже подумаем сами. Иногда девки на... Где-где-где? На технологии в похожем ходят, ничего себе. А это зачем? Слишком крутое будет для него. Мешок для смены обуви. Подожди, какой мешок? Это ж коробка какая-то. Это ж коробка, блядь, что это? Может, оно не загрузилось? Чё-то я не понял, написано мешок для переобувочки, блин, а нарисована коробка. Кого, блин? Так. Какой там у него размер? ЛМ. Хуйня? Ладно. Чешки классические. 400 рублей. Размер 40-й. Блять, что это за хуйня такая? Почти 6к собрали. Не, ну 400 рублей в принципе можно взять. Лишним не будет. Тем более для Вовы. Так, это дорого. Сумка шопер. Кул подарок. Спенджи Боб, губка Боб. Это Мазелову. Ну, Вова, я думаю, передаст Мазелову тогда. Лапти мужские из камыша, блядь. О, экспресс-доставка за 1-2 часа, ребят. Можно вот прям сразу же. Чё, давайте ему лапти возьмем. Так, вот это нормально. Оу, карнавальный набор киска. Подожди, а что тут? А, это два разных магазина. А, ну, ребят, 40% скидка. Стоит это всего лишь 200 рублей. Видите, тут бабочка есть. Как раз для школы, да, чтобы в школу там... На 1 сентября, там, не знаю, на линейку или на какое-то важное событие, которое в школе происходит. Ты в костюме с бабочкой. Молодец. Можно добавить еще ушки себе, конечно, чтобы посмеялись там одноклассники. Поэтому добавляем.
У меня уже 22 предмета в корзине. Что-то я перебрал, мне кажется. Подождите, надо с корзиной разобраться. Что-то дохера. Корзина. Ой, а у меня тут еще... Что? Аудиокарта какого-то хрена в корзине лежит. Шо, какие 26 тысяч рублей, вы чё? Да удались ты нахрен эта звуковая карта отсюда. 26 тысяч рублей, блин. Скики. Да это из-за аудиокарты. Сейчас обновится. Сейчас, подождите минуточку. 6 тысяч накликали? Реально? Воу, ребята, 6 косарей, все. Можно еще что-нибудь добавить. Так, блин, а у меня заказов на 11 тысяч. Так, ладно, значит, надо что-то удалять. Так, значит, что мы удаляем? Мы удаляем рюкзак, дорогой, где он? Вот этот, за 1350 рублей. Подожди, а нахера нам два рюкзака, я что-то сейчас не понял. Вот этот надо удалить? Или вот этот? Надо какой-то один убрать. 1-2-1. Шо 1-2? Два, это кто? Бравл Старс? Давайте голосование, давайте опрос в чате. Убираем My Little Pony или Бравл Старс? Так, у нас 9500. Блин, нам надо до 6 тысяч как-то все это вообще укоротить. Или накликать на 10 тысяч. Ну, на 9500. Блин, ребят, вы меня простите? Но я хочу ссать. Вы пока голосуйте, я пойду пописываю. Здравствуй. Бравл Старс выиграл в итоге? А, ну ладно. Ну ладно. Тогда удаляем пони. Идем дальше. Чего еще можно убрать? Блин, тут вроде все такое недорогое, но в общей сумме накапала вот такая сумма. Блин. Лапти я точно оставлю. Я думаю, надо юбку нахер удалять. Вот это вот. Потом. Слюнявчики я бы оставил. Чешки. Я бы тоже оставил, чтобы была обувь какая-то. А, подождите, у нас тапки есть. Хорошо, тогда вот эту херню удаляем. Тогда это удаляем, короче говоря, рюкзак. Подождите, а чё? Это еще один рюкзак, или мне кажется? А-а-а! Так давайте тогда вот это удалим, а вот этот оставим. Он дешевле, он стоит как Little Pony, но, в принципе, Brawl Stars, я считаю, что все таки лучше, чем Little Pony. Поэтому вот этот рюкзак. Да, блин, да что ж так долго грузить-то, я не понимаю, а? Что еще можно удалить, я не знаю. В принципе, вот это можно еще удалить. Юбку? Блин, а я бы хотел... Нет, все-таки я бы хотел ее оставить, чтобы он ее надел на себя. Реально. Горшок. Да подождите, он стоит всего лишь 500 рублей. Он что есть, что его нет? Так, 7700. В принципе, есть вариант накликать до 7000. Он не влезет в юбку. Так в это влезет, размер нормальный. Хотя XS, конечно. Ну подожди, там же можно выбрать, по-моему, нет? А, нет. Размер не выбирается почему-то. Ну ладно. Ну ладно. Молодец. Ладно, чё. Там же есть костюм горничной. Так он и в костюм горничной не влезет, вероятнее всего, как я понимаю. Поэтому... Оставь горничную. Оу. Ну это дорого. Это дорого. Плюс такое, наверное, он не будет надевать. Потому что я бы такой точно на себя не натянул. Ладно, убираем юбку. И у нас в итоге... Ну, давай, обновляйся. 7 тысяч рублей, как я понимаю. Тетрадь убери. Да блин, ну... А? Она сама исчезла! В смысле, нет доставки вашей? Что случилось? Я что, переехал, блядь? Резко. А что пропало-то все? В смысле, нет доставки в наш регион? Какая сука купила? Только что было, блядь! А что случилось-то? Так, рюкзак My Little Pony я вернул. Одного не понимаю, куда тетрадь пропала и почему. Чё за бред? Как оно может быть не даст? Как умка, обучающий компьютер, как он пропал? Я тоже не понимаю. Хрень какая-то вообще. Чё это такое? Я выкупила. Не, а если серьезно, кто купил, блядь, обучающий компьютер умка? Что? Это умка? Оно пропало? Ну-ка еще раз Что за хрень? Оно вообще стало недоступно. Только что было написано, что нет такого региона, а теперь вообще исчезло. Туюта. То есть оно просто удалилось полностью из магазина. Как такое возможно? Чего? Так, а можно тогда альтернативу найти вот этому компьютеру? Я просто хотел бы, чтобы это было. Это забавная штука. Зато на 6 тысяч. Блин, ну... И что мы купили в итоге? Закладка. Часы наручные, музыкальные, набор горничный, мешок для смены обуви. Хотя это можно, в принципе, удалить. Рюкзак детский, горшок,
карнавальный набор киска, тапочки, маска анонимуса, канцелярский набор, единорог, сумка, рюкзак, слюнявчик и смешные анекдоты. Часы не по размеру же. Ну да, конечно, он же должен будет их носить каждый день. Поставь регион Москва. Так у меня стоит Москва, только что стояла же, разве нет? А, я понял, в чем проблема. Оно почему-то автоматически только что поменялось на другой регион. Мешок для обуви убери. Ну я тоже так думаю, да, надо будет его брать. Так, все, смотрите. Мне вернули тетрадку. Мы ее тогда удаляем, да? Оставляем умку. И удаляем еще мешок. Который тоже недешево стоит, целых 500 рублей. Зачем два рюкзака? Где? А, два рюкзака. Точно. Я же пони вернул. Мы же Бравл Старс должны убрать. Так, его мы убираем. И убираем вот этот мешок. Хотя, подожди. Ну! А, ну все! Нам ничего не надо убирать, все хватает. Так, это есть, 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 есть. Есть, 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 есть. И это тоже. Кого убрать? Шопер убери, верни тетрадь. Кого убрать? А, вот это что ли? Toyota. Ну хотя согласен, да, тетрадка покруче будет. Ага. Сюда. Блин, 6300. Горшок убери. Не хочу я горшок убирать. Не, ну в целом мы можем накликать, я думаю, это вообще без проблем. Уж 300 кликов сделать это, ну, ерунда. То есть вот осталось сколько? Молодец. А, так осталось 100 кликов всего лишь. Тоже 6200, чтобы вы понимали. Даже я сейчас кликну. Все, 6200, еще 100 кликов. А ограничения по количеству товаров нет, его было 9. А что, реально, что ли, еще и ограничения в этом плане? Маску анонимуса можно, в принципе, убрать. Сейчас прошу. Нет, не надо, да? Окей. Было бы неплохо, да, если бы он наделся в набор горничный и еще и при этом в маске анонимуса. Так, нет, все-таки нам придется удалить маску анонимуса, потому что оказывается еще и ограничение в количестве товаров. Toyota. Их должно быть не больше 9. Поэтому, блин, ребята, да, проблема. Нам, скорее всего, придется убрать тапочки. Нам придется убрать закладку. Нам придется убрать маску анонимуса. Или нет, маску оставить, убрать канцелярский набор. Вот. Также мы убираем мешок. Блин, ну тогда вообще все придется убрать. А двумя посылками? Не, нельзя, нельзя. Таковы правила, ребят. Горшок. Вы хотите, чтобы я убрал горшок? А нахер он нужен? Ну покакать. Ну Вова часто обсирается на стримах. Ну да. Убери. Ну ладно, убираем горшок, ладно. Убери набор киски, у тебя это есть. Горничная. Эх, ну ладно. А я хотел, чтобы он был киской. Так, ну а сколько там сейчас уже предметов? 13. Блин, это надо много чего убрать. Вот это надо тоже убрать. Самовывоз на умке и чё? Ну так это... Сейчас, подождите. Так тут и доставка должна быть. Доставка продавца... А что, доставки нет, что ли? Доставку организует не Яндекс, а сам продавец. Тогда надо другую умку, мне скидывали. Вот, мне тут в донат скидывали как раз. Здесь доставка есть. Доставка по клику, во, добавить в корзину. А эту тогда удалим. Так, я думаю, надо убрать вот это вот. Ну, потому что это реально какая-то ерунда на самом деле, да? То есть она стоит всего лишь 120 рублей, но как бы место занимает. Поэтому я считаю, что вот этот набор можно удалить. Потому что он по факту какой-то бессмысленный, абсолютно. Вот, поэтому я его убираю. И у нас остается 11 предметов, да? Или сколько? А, 12. Чё еще удалить-то, блин, а? Закладку? Анекдоту. Нет, анекдоты точно нельзя убирать. Он их будет на стриме зачитывать. Тапки? Давайте тапки уберем. Тапки убрал. И у нас... 11 предметов остается. Убираем мешок, 10. И еще одно что-то. Убираем мешок. Так, и... А, все, 9. Уже 9. Нет, часы я тоже не хочу убирать. Все, 9 предметов. Все, 9 товаров. Все, в принципе, больше ничего не надо убирать. Хотя можно было бы, знать, как сделать? Убрать что-то дешевое и заменить на что-то более дорогое. Потому что у нас 6000, а тут 4500 всего лишь. Потому что у нас остается... 1500 рублей еще. А если мы уберем еще отсюда что-то на замену, то это 2000 рублей почти. Рюкзак дороже. Ну, кстати, да, рюкзак подороже можем взять.
Термостакан. Слушай, это слишком крутой стакан, я бы сам такой взял. Вова пока не заслужил. Слушайте, ну, я считаю, что это идеально подходит для того, чтобы... Ну, идеально подходит для замены. Тут даже есть еще некоторые варианты на выбор. Можно чуточку дешевле взять. Вот. Просто портреты, и все. Вот такого можно взять еще. В каждом, ну, вроде как, почти в каждом кабинете в школе, да, висит портрет. Портреты известных людей, поэтов и так далее. В том числе там бывает и Путин висит. Ну, соответственно, что бы не взять тогда и все. Вот, поэтому я считаю, что можно. Можно, да. Повесь там у себя где-нибудь сзади. На стриме висеть будет. Наблюдать. Все под контролем держать. Ну-ка, добавить в корзину. Ну а чё? Я считаю, нормально. И в итоге у нас сколько выходит-то? 6200! Но нам все равно надо что-то удалить, поэтому норм. И кем же мы заменим его? На что заменим? Часы я не буду убирать, это музыкальные часы, там звуки будут смешные. Поэтому нет, часы мы 100% оставляем. Анекдоты мы тоже оставляем. Но остается закладка, да, реально, типа там, ну... Реально хуйня какая-то, еще и стоит 240 рублей. Пофигу, удаляем закладку. По итогу у нас что, тетрадь смерти, портрет Путина, музыкальные часы, набор горничной, компьютер, слюнявчик, рюкзак и набор смешных анекдотов и ржачных историй. А, ну еще лапти, да. Нормально. Ну и все получается. Так, а теперь мне это надо скинуть. Сделать скриншот вот так. И все. Ну, нормально, я считаю. Все, дело сделано. Камеру врубай, удаляй при мне, блядь. Просто я играю в Майнкрафт. Эндермен хочет тут напасть. Я ему это не дам. Грифер, уходи отсюда сам. Уходи сам собой.